Сегодня свой день рождения празднует почетный председатель Госсовета Дагестана Магомед-Али Магомедов. Масштабные празднования, в том числе и спортивные, посвященные 85-летнему юбилею, прошли в Левашинском районе. Поздравить именинника приехали почетные гости, среди них и премьер-министр Абдусамат Гамидов. Сагинат Малаева о том, как все было. В официальной части говорили о юбиляре. Магомед-Али Магомедов – масштабная, многогранная личность. На протяжении всего периода правления он демонстрировал необыкновенную твердость. Он обладал даром своевременно упреждать и разрешать назревающие конфликты, сложные межэтнические, кадровые и территориальные споры. Жители Левашинского района восхищаются и гордятся славным жизненным путем Магомед-Али Магомедовича, отдавшему делу служения своему народу более 60 лет, который является для всех нас образцом защиты интересов многонационального Дагестана. Особенно ярко его лучшие качества проявились в трагический день испытаний, выпавших на долю дагестанцев. В 1996 году во время нападения бандитов на Кизляр были спасены жизни сотен заложников, сохранены от разрушения важнейшие объекты городской инфраструктуры. В 1998 году при захвате мятежником здания Дома правительства он без охраны прошел сквозь вооруженную толпу и вступил в переговоры с теми, кто обсуждал вопрос его физического устранения и переломил ситуацию, убедил их отказаться от преступных замыслов и покинуть здание. После всех выступлений поприветствовал гостей района, коллег и земляков сам юбиляр. Я рад нашей встрече, очной встрече, а заочно мыслями, чувствами я всегда был с вами. Иначе и быть не может. Я здесь родился. Здесь прошли мое детство, мои молодые годы. Я здесь начал свою трудовую деятельность. В Левашинском районе я получил бесценный жизненный опыт, который меня очень пригодился, когда перешел на республиканский уровень работы. Самые зрелищные мероприятия на свежем воздухе. Спортсмены и любители соревновались в легкой атлетике, прыжках с места, поднятии тяжести, метании гири и камней. Наиболее масштабным по накалу страстей были скачки. Лучшие жокеи Чечни, Калмыкии, Ингушетии, Северной Осетии и Ставропольского края. В основном лошади английской чистокровной и ахалтекинской пород. Всего 6 забегов. Все призеры получили денежные премии, а хозяину лучшего жеребца вручили ключи от отечественной машины «Лада Гранта». Чемпиону ключи от машины «Лада Гранта». Сагинат Малаева, Гаджи Магомедов, Расул Дибиров. Время новостей. Левашинский район.